Рустам Эмомали за свои 30 лет успел пройти по многим коридорам власти. После окончания Таджикского национального университета по специальности международные экономические отношения в 2011 году сын президента сразу же попал в Государственный комитет по инвестициям при управлении поддержкой малого и среднего бизнеса. В 2013-м назначен зампредседателем таможенной службы Таджикистана, где стал самым молодым генерал-майором на постсоветском пространстве. Буквально за год вырос до главы таможенной службы. Проработал там 3 года и в 2015 году возглавил агентство по борьбе с коррупцией Таджикистана. Около года назад стал мэром Душанбе. Помимо официальной должности, Рустам Эмомали является также президентом Футбольной федерации Таджикистана и заместителем председателя Союза молодежи. В официальной биографии говорится, что Рустам Эмомали владеет русским и английским языками.